Как звучат Чебоксары и вся Чувашия, выясняет съемочная группа Первого канала. В республику приехала творческая группа тревел-шоу «Звуки всюду». Акустическое приключение по Чувашии началось еще вчера и будет продолжаться целых 6 дней. Все, внимание, поехали. Сегодня ведущий Руслан Фаршатов покорял главный символ города – мать-покровительницу. Ведущий ищет звуки буквально всюду. К тому же он не расстается с гитарой, и к приезду в нашу республику Руслан подготовился и начал учить чувашскую песню. Ну, практически выучил уже. Призываю всех жителей Чувашии писать. Находите меня в социальных сетях, Руслан Фаршатов. Пишите свои варианты звуков, с чем у вас ассоциируется, с какими звуками ассоциируется Родина. Я с удовольствием постараюсь их найти, записать и собрать из них музыкальный трек. Съемочная группа приехала в Чебоксары в четверг и сразу окунулась в местный колорит. Обычно первый день такая раскачка, обычно там мы так, как мы знакомимся с городом, город нас сначала принимает, как понимает, что мы приехали с благими намерениями, вот, и потом начинает только нам, звучать начинает для нас, вот. А вчера у нас сразу все как-то так завертелось, начиная с самого раннего утра, мы гуляли по набережной, там познакомились с девушками, которые занимаются скандинавской ходьбой, и девушка сказала, а вот у нас сегодня будет один из этапов «Мисс Чувашия», и там девчонки будут петь, плясать, читать стихи и так далее. И мы такие, а почему нет? И вот наш вчера ведущий принял участие в отборе, посидел в жюри и спел с ними чувашскую песню. Изучать звуки в городах и районах Чувашии съемочная группа будет почти неделю. Все находки лягут в основу отдельной музыкальной композиции, которую можно будет услышать на телеканале «Поехали» накануне 1 июня. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.